13 марта, а я вся отекшая. Буду убирать молочку. Что-то мне это не нравится, что у меня опять привез. Пока уберу. Обидно, конечно, там открытый пакет. Ну ладно. Сейчас пойду завтракать. Завтрак. 30 грамм хлеба. 30 грамм сыра творожного. 120 грамм яиц. 90 грамм мандаринов. Хочу сегодня кофе 20 грамм. 3 в одном. Такой сыр взяла. Президент. Жиров 23, белки 6,5, углеводы 5,5. Ой, что-то руки трясутся. Все, пошла есть. Обед. Булгур, печень в сметане и аджика. Все граммовки в конце видео. Чечевичный суп 250 и 20 грамм сухариков с прованскими травами. Пришла после тренировки домой. Буду сейчас есть. Хочу кефира, но не буду. Потому как был привез утром. Моя маленькая тарелочка с большим количеством белка. Это омлет на белке. Курица в обмазке без кожи и костей. И огурцы-помидоры, заправленные небольшим количеством горчичного масла. Я в конце вставлю, что я там ела, как говорится, да. Так, примерно 79 грамм белков, 30 грамм молока, 100... Подсказку посмотри. А не посмотрю. В конце, значит, будет. Помидоры у меня... 13 грамм огурца, 66, 3 грамма горчичного масла. Есть хочу жутко. Я в 3 часа ела последний раз. Это, конечно, неправильно. Но в 7 я заканчиваю работать. Мне надо бежать домой, мыться и бежать опять на тренировку. Сегодня была хорошая тренировочка. Оттренировалась. Я пришла туда в начале 9. А вышла в 9:30. Домой пришла в 10. Только быстро сварганила есть. Начало 11. То есть я только после 12 лягу спать. А это плохо. Но есть прям сильно хотела. Мне вкусно. Из курицы сегодня взяла бедро и голень. Завтра выходной. Курицу у меня еще есть, но закончился суп, буду варить. Или щи сварим. Посмотрю, в общем. Так хотела сегодня салат с перцем. Зашла в Магнит. А перца нет. Я обиделась. Взяла огурцы, творог. Подсмотрела вкусняшку. Вот завтра хочу попробовать сделать. Купила творожок мягкий. Буду пробовать. Яблоко у меня есть. Все у меня есть. А трубей нет. Но вместо трубей буду использовать овсянку. Что мне еще надо завтра сделать? Второй у меня есть.
Нам завтра будет сходить все-таки перчик поискать. Желтенький какой-нибудь. Так хочется. Все, буду я доедать. И тогда полчаса буду есть. Рассусоливать. И пойду отдыхать. Но не спать.